Ну, это, скажем так, то, что народ определил, то, что народ статистикой многовековой наблюдал. Ну, а если говорить так уже о больше эстетической части, то, конечно, выписывая и прописывая ее наряды, ее головной убор, что-то происходит именно с тем, что называется включение лунного потока. Это особое чувство такой струящейся эстетики, гармонии, легкости, которая начинает вливаться в вас, в том числе через этот образ. Каким-то образом это начинает формировать пространство особое. Я думаю, это пространство будет очень необходимо всем, кому дорога семья и ценное именно укрепление семейных уз и брачных союзов.